Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня утром крупное медиаиздание сообщило шокирующую новость. Максим Галкин, муж Аллы Борисовны Пугачевой, попал в ДТП. Когда он ехал на съемки новогоднего «Огонька», который по планам должен выйти в эту новогоднюю ночь, в его машину, за рулем которой был водитель, врезался микроавтобус. Удар пришелся по касательной со стороны водителя. Серьезных повреждений машина не понесла. В аварии виноват водитель микроавтобуса, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Известное медиаиздание, ссылаясь на свои источники, утверждает, что в машине находился сын Максима, Гарри, который после ДТП был доставлен в больницу, где ему сделали томограмму головы. Источник утверждает, что с ребенком все в порядке. Это была больше перестраховка. При столкновении машин Гарри получил легкую ссадину. Медиаиздание утверждает, что Максим не афишировал этот факт, чтобы не расстраивать свою жену. Все дело в том, что она сейчас находится дома, у нее обнаружен вирус. Но он протекает в очень легкой форме. Она лишь жалуется на легкое недомогание, госпитализация не требуется. Врачи выписали все необходимые лекарства и назначили постельный режим. Очевидно, что в таком положении ей лучше не волноваться.